Всем привет, вы на канале Тренд Кино. Война миров. Часть первая. Англия, 1905 год. Эми и Джордж становятся изгоями в своем квартале, они влюблены друг в друга, но при этом Джордж женат на другой. Это нисколько не смущает их друга-астронома Огилви, он и сам чувствует себя оторванным от общества. Эми и Джордж посещают обсерваторию Огилви и там становятся свидетелями извержений вулканов на Марсе. Джордж – журналист вечерней газеты «Лондон Ивнинг Кроникл». Он приезжает в Адмиралтейство к своему брату Фредерику, секретарю военного министерства, и умоляет его о помощи. Джордж хочет, чтобы его брат убедил Люси, жену самого Джорджа, подписать документы для развода. Фредерик недоволен решением Джорджа и сразу отказывает ему. В лесу Харсел Коммон, недалеко от города Уокинг, приземляется загадочная капсула. Эми, Джордж и Огилви одними из первых замечают и рассматривают ее. Война миров. Часть вторая. Джордж отчаянно пытается найти Эми, но находит только новые капсулы. Вскоре он понимает, что масштаб вторжения так велик, что он не в состоянии его оценить. Тем временем Эми и Фредерик в Адмиралтействе, они ищут Джорджа, чтобы совместно принять какое-нибудь решение. Вторжение продолжается, и Фредерик решает, что им лучше направиться в его летний дом в Шиберинисе, а оттуда уже покинуть Британию по воде.